Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие зрители. Спасибо большое. Меня зовут Дина Додина, Малодраматический театр. И я сейчас очень буду рада вам представить наших замечательных артистов, с которыми вы сможете пообщаться сегодня вечером. Одна просьба. Пожалуйста, выключите мобильные телефоны, потому что при таком личном общении, мне кажется, будет просто проявлением элементарного человеческого гостеприимства, чтобы не звонили мобильные. И если вы хотите фотографировать, то огромная просьба, делайте это без вспышки, потому что иначе вы, ребят, просто ослепите. Спасибо большое. Елизавета Боярская, Сергей Курышев. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо так на вас посмотреть. Мы вам многое вчера и сегодня сказали со сцены, поэтому сегодня мы хотим услышать ваши вопросы, возможно, ответить на них, если они у вас есть. А мы постараемся максимально точно и емко ответить. Микрофон, и вот у молодого человека. Здравствуйте, спасибо большое за спектакль, спасибо, Сергей. Я позволю тогда себе начать вот с такого вопроса. Как-то еще до выхода спектакля «Братья и сестры» вы сказали, что вы так сильно хотели сыграть роль Варвары, что даже готовы были ради нее отказаться от роли Офелии. Вот расскажите, пожалуйста, чем вас так привлекла эта работа, что вот, в общем, одно из знаковых ролей мирового драматургического репертуара вы готовы были пожертвовать? Я уж, честно говоря, не помню, что так стоял вопрос, потому что я играю Варвару и Офелию сейчас. Поэтому, но, вероятнее, если, когда речь шла о намерениях, действительно, моя любовь к спектаклю «Братья и сестры», который столько много лет шел и продолжает идти на нашей сцене, Малодраматическом театре так велика, что мне, во-первых, я не мыслила, что когда-нибудь наступит день, что в репертуаре Малодраматического театра спектакля не будет. И мне хотелось его смотреть и пересматривать, и я знала его наизусть, разумеется, каждую сцену. Но Варвара для меня была вот героиней мечтой всегда. И действительно, я помню такой разговор, я, честно сказать, не помню, было это связано каким-то образом с Гамлетом или нет. Но я помню, что я Льву Абрамовичу, уже мы слышали в театре, уже были брожения на тему того, что будет обновлен состав «Братьев и сестер». Но мне Лев Абрамович про это ничего не говорил, и как-то у меня было ощущение, что, скорее всего, это меня не коснется, поэтому я честно скажу, что я подошла к Льву Абрамовичу, сказала, что я бы хотела тоже нырнуть в этот прекрасный водоем вместе с огромной компанией, которая будет к этому прикасаться. И я понимала всю степень ответственности, да и каждый из нас понимал степень ответственности, но все это было пропитано такой любовью и желанием, что этот процесс как-то очень естественно произошел. Поэтому, ну, одно другому не помешало. Потом была Офелия, и вот сейчас тоже потихоньку начинает проклевываться. Спасибо. Добрый вечер, здравствуйте. А я, знаете, хотела попросить вас рассказать пару слов о театре Льва Додина. Что это за театр, как вы в нем, что это вообще, чтобы у нас было какое-то, ну, представление. Спасибо. Спасибо. Трудно в двух словах, конечно, об этом сказать. Это и история театра, и современность. Ну, вы на «Братьях и сестрах», на «Дяде Ване», еще на двух предстоящих спектаклях увидите, если не всю, то большую часть труппы. Это огромный коллектив, и, на мой взгляд, очень организованный, очень дружный, очень профессиональный. И благодаря самим себе, и, если серьезно, благодаря нашему режиссеру. Как бы конкретнее сузить тему. У нас огромный репертуар. Четыре спектакля – это только часть нашего репертуара. И, ну,
Я не кокетничаю, скажу, что вам повезло, потому что вы увидите и видите уже разные абсолютно спектакли. Вот. У нас много Чехова. Кроме пьесы «Иванов» мы сыграли в театре всего Чехова. Сейчас три спектакля у нас идут. Это «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Вот Лиза играет в «Трех сестрах» и «Вишневом саде». Вот. Я играл во всех пьесах Чехова, так уж получилось. У нас очень долго живут спектакли. Не потому, что мы их тянем, а потому, что режиссер постоянно их репетирует, доосмысливает сам и заставляет нас дорешать, доосмысливать, допрочувствовать многие-многие вещи. Поэтому вот сегодняшний спектакль, мы, собственно говоря, в апреле, если я не ошибаюсь, отмечаем 15 лет спектакля. Братья и сестры первой редакции шли ровно 30 лет. И Игорь Юрьевич Иванов, который сегодня играл профессора Серебрякова, и Наталья Валентиновна Акимова, которая играла моя мама сегодня, они создатели этого спектакля. Вот они 30 лет играли. Не считая пары лет на курсе, потому что у них и на курсе был спектакль «Братья и сестры». Вот. И все время с успехом, ну, иначе бы спектакль не шел. Очень много в театре спектаклей романной литературы, русской литературы. Это и Достоевский, и Платонов, и Абрамов. Что еще? Может быть, будете что-то говорить конкретно, и я буду дополнять, и Лиза тоже. Да? Я просто могу с другой колокольни, может быть, сказать вот от себя, что так вот моя жизнь сложилась, что я живу в Москве, работаю в Петербурге, и периодически снимаюсь в кино, и также у меня есть несколько спектаклей в других театрах в Москве. Но вот просто для понимания, что такое наш театр, ну, скажем, для меня, я ведь могу говорить только от себя, потому что можно слишком глобально и сложно выразить. А для меня, я всегда понимаю, что это в то место, в которое необходимо возвращаться. Потому что какое бы ни было прекрасное кино, какой бы ни был изумительный материал, какие бы ни были интересные режиссеры, я все равно понимаю, что ничего более настоящего, серьезного и глубокого в моей личной жизни, актерской и профессиональной, ничто никогда не перебивало этот серьез и отношение, чем то, что мы делаем в театре. Потому что, безусловно, как-то могла жизнь иначе сложиться в связи с переездом в Москву, но так или иначе, я прекрасно... Нам всем туда хочется возвращаться, потому что это для нас что-то гораздо большее, чем просто место работы, где лежит трудовая книжка и так далее. Нам необходимо быть друг с другом, необходимы репетиции. Мы очень много ездим на гастроли. Нас связывает что-то гораздо, гораздо большее. И, безусловно, тоже, опять же, если есть возможность сравнивать, наверное, хотя, может быть, это не надо делать, безусловно, у каждого режиссера и у разных трупп разные способы работы и разные почерки, но нас настолько еще на курсе, и Сергей Владимирович учился на курсе у Льва Абрамовича, то есть мы не только артисты театра, мы еще и студенты Льва Абрамовича. И я студентка Льва Абрамовича, наш курс, который был набран в 2002 году, закончили мы в 2007 году. И стали потом впоследствии артистами Малого драматического театра. Мы просто, нас, вот то, как нас научили работать, это наш образ жизни, по сути. И поэтому теперь куда бы ни кидала судьба, к прекрасному подробному режиссеру, но со своеобразным почерком, все равно ты понимаешь, что так, как тебя научили работать, научили только в этом театре, могли научить только здесь. Ну, так мне кажется, по крайней мере, я это чувствую, я это всегда, для меня это предмет гордости и то, что я очень берегу. И лишь бывает такое, что попадаешь наоборот к режиссеру, который тебе не может дать ничего, кроме того, чтобы сказать, где, куда встать, какую реплику сказать и как бы, какое сделать действие. И никакого внутреннего разбора. И тогда ты остаешься наедине сам с собой, и тогда опять же включается именно то, чему нас научили. А у нас это всегда глобальное, глубокое погружение в материал.
будь то Шекспир, Шиллер, Достоевский, Чехов, Абрамов. Это погружение не только в обстоятельства пьесы, не только погружение в своего персонажа. У нас вообще никогда не было и нет распределения ролей, никогда не бывает. Мы можем все пробовать все. Хочешь женские роли, хочешь мужские, хочешь эту часть романа, хочешь эту, неважно. И это изучение обстоятельств романа, изучение эпохи, в которой было написано произведение, биографии автора, всевозможные дополнительные литературы, связанные с произведением. Это такое долгое, подробное погружение в материал. И по-иному я вот сейчас уже не могу себе представить, как работать, и поэтому, мне кажется, это, может быть, есть какой-то, ну, не то чтобы основной почерк, но, по крайней мере, то, как мы всегда подходим к работе. И самое главное, что, мне кажется, мы всегда с собой оставляем право на ошибку. Мы никогда не говорим, мы делаем, у нас все получится, мы пробуем, мы всегда пробуем. И делаем осторожные шаги, пытаемся проникнуть, узнать больше. И когда уже начинаем овладевать какими-то новыми смыслами, потихоньку становится понятно, случится или не случится, кто есть кто, кто какой персонаж, что как складывается, какие связи обнаруживаются. Это каждый раз удивительный процесс. Казалось бы, много раз у нас небольшая труппа, мы все друг с другом работали много раз, но каждый раз мы обнаруживаем друг в друге новые качества, новые интонации, новые грани. Глядя друг на друга, несмотря на то, что мы во многих спектаклях играем вместе и в дуэтах, и в массовых сценах, это не важно. И в этом чудо, к которому хочется все время возвращаться. Потому что мне везло как-то действительно в жизни с разными режиссерами, но туда тянет, потому что понимаешь, что тут есть то, чего сейчас практически больше нигде нету. И хочется туда возвращаться за настоящим. За настоящим, за подлинным, за ремеслом и за профессией, которая по-настоящему должна быть очень глубокой и серьезной, а не поверхностной. Наверное, это вот главное, что нам дает театр и что, безусловно, нам дает Лев Абрамович. Елизавета Михайловна, разрешите обратиться к вам. Вот не секрет, что профессия актера одна из самых энергозатратных профессий. В общем-то, перевоплощение, помноженное на талант, это тяжкий труд, гастроли, переезды, такая погруженность в материал. Как вы восстанавливаетесь? Спасибо. Сплю иногда. Конечно, выхолащивание происходит, безусловно. Но, знаете, я вот стала понимать такую вещь. Кино только забирает, а театр дает взамен. Поэтому, когда ты даже очень сложный спектакль сыграешь, и у тебя нет сил, но у тебя чувство глубокого удовлетворения и какого-то такого счастья, что какой-то проделанной работы, и что это что-то случилось, что-то новое обнаружилось, какая-то связь возникла особая со зрителем, с партнером, что-то новое стало понятно сегодня, спектакль куда-то двинулся в новую сторону. И это тоже дает силы, это определенного рода тоже восстановление. Конечно, бывает, когда уже действительно длинные гастроли и много подряд спектаклей, но все равно, вот не знаю, мне очень восстанавливает, помогает наша как бы компания. Потому что я вообще очень... Я люблю, конечно, побыть одна. Допустим, когда я еду в поезде или в самолете послушать музыку и почитать книгу. Но, в принципе, я одиночество с трудом переношу. И поэтому я бы никогда себе не пожелала моноспектакля, потому что я с ужасом думаю, что я в гримерной буду сидеть одна. Мне важно, чтобы рядом были со мной мои партнеры, которых я люблю, которые мне дают столько энергии для того, чтобы восстанавливаться. Поэтому, мне кажется, вот наше общее созидание и энергия и дает восстановление. А кино, да, вот поэтому, собственно, и я все как-то реже и реже сейчас к этому возвращаюсь, только в редких и важных случаях, когда случается хорошее предложение или интересные роли, потому что я понимаю, что я вот физически, в общем, немного устала только
ну, вот, на отдавать, что мне, я испытываю потребность, чтобы мне было, не было отдачи, и поэтому хочет возвращаться и заполнять тот сосуд, который очень-очень быстро на самом деле израсходуется после какой-то тяжелой большой работы. А тут всегда потихоньку он заполняется. И это как-то гармонично вплетается в жизнь собственную, в личную жизнь, в семейную жизнь. Поэтому как-то сказать, что у меня было когда-нибудь, я подумал, что я больше не могу, я очень сильно устала, такого не было, потому что процесс довольно естественный. Спасибо. Добрый вечер. Обращаюсь и к Елизавете, и к Сергею. Такой вопрос, вернусь на вопрос раньше, как бы вы говорили о том, что вы работаете так, как вас научили. Вот. Недавно к нам приезжал МХАТ в Красноярск и отбирал, так, первый тур проводил, поступление. Вот, и мы тоже там были. И нам сказали, что, ну, я не прошла, и мне сказали, что такой личный вопрос, ничего страшного. Хочу у вас спросить просто, как у актеров. В общем, сказали, что вы должны при поступлении забыть все то, чему вас научили. Ну, у вас хорошие педагоги, но вы должны идти от себя. И все тексты, которые вы читали, они не ваши. То есть даже если вы сами их готовили, за вас, ну, вы уже впитали в себя все, чему вас научили. Вот скажите, пожалуйста, а ну, потом же мы поступим, например, если мы же тоже будем, напитаемся всему тому, чему нас научат, и будем так же работать. Вот как быть при поступлении, как это понять, как вообще найти себя и найти свою форму текста? Это просто пробовать как-то вообще с чего брать, что непонятно, в общем, после этого какой-то ступор. Может, вы что-то посоветуете? Спасибо. Говорит, как говорит Тригорин, если чайка тут советовать нельзя. Как раз по поводу похода в актерское дело. Но все-таки я понимаю этих педагогов, которые к вам приезжали, потому что педагогу и режиссеру хочется увидеть личность. То есть вас саму, какая вы есть. Как вы понимаете этот текст? Как вы его почувствовали? Пускай не полностью, пускай не так, как кому-то хочется, но именно вы. Увидеть вас, а не, ну вот, давайте о дяде Ване поговорим, увидеть не Соню, не Елену Андреевну, не няню, а увидеть вас, какая вы, вот, в вашем возрасте, с вашими чувствами, с вашим образованием, что тоже очень важно. А роли – это потом. И потом начинается серьезная вещь у большинства артистов, а может быть, у всех. Это отказ от своих же штампов, от своих приспособлений, от своих привычек. То есть от того, от чего сейчас вас уже хотят предупредить педагоги. И у опытных артистов есть свои проблемы, а у молодых, у поступающих людей свои. Все-таки, что такое я, прежде всего? Как я чувствую дядю Ваню? Как с помощью режиссера, конечно, с помощью педагога? Но что я могу предложить? Как я отношусь к этой женщине, которую мы потом назовем Еленой Андреевной? У меня будет что-то свое, а у другого человека что-то свое, другого артиста. А вот. И все это будет дядя Ваня, потому что мы будем пользоваться одним и тем же замечательным текстом Чехова. Да? Вот это если коротко. Спасибо. Ну, может быть, Лиза что-то скажет. Я про поступление тоже в двух словах расскажу. Просто очень показательный случай, похожий. На втором туре пришел Лев Абрамович нас смотреть. И я помню, я не помню, как я читал стихи, у меня ужасная память на некоторые вещи, я сама поражаюсь, я просто не помню, что я читала. Прозу помню, стихи не помню. А помню, что была Ахматова.
И я читала стихи так, как, наверное, мне казалось, надо читать стихи, как читают все. Вот я читала их очень правильно, как-то так, да, как и много раз слышала. Лев Абрамович меня 15 раз останавливал, говорю, нет, а вот как бы вы прочитали, а как бы вы прочитали стихотворение? Нет, как бы вы, Лиза, как бы вы прочитали это стихотворение? Я говорю, ну как, я же читаю его, значит, так я и читаю, как я, кто еще это может сделать? И в какой-то момент мы отвлеклись от этого стихотворения, я что-то пела, потом я танцевала, потом Лев Абрамович попросил меня там поимпровизировать под какую-то такую очень эмоциональную музыку, и я... У меня, я чувствую, у меня уже потихоньку вот подходят вот слезы к горлу, потому что я понимаю, что что-то не то, значит, я что-то не могу сделать, то, что от меня просят. И мне было так обидно, и вот у меня уже какое-то, уже вся уверенность, с которой я вот шла на поступление, она куда-то сползла, и я вдруг обнаружила себя совершенно растерянной девочкой, 16-летней. И вот когда вот я что-то танцевала, Лев Абрамович говорит, а вот теперь читайте Ахматову, вот сейчас. Все, попросила аккомпаниатора остановиться. И я что-то совсем, теряя ритм и рифму, но начала читать от себя. И потом я в какой-то момент сообразила, что я читаю что-то действительно больше, чем я понимаю, что я сейчас больше понимаю про это стихотворение, чем то, что, как я делала раньше. И после этого мне Лев Абрамович сказал, вот теперь я вас понял. И я тогда, вот, наверное, тогда впервые поняла, что это имеется в виду, когда говорят, а вот сейчас забудь все, чему нас учили. И мы делаем то же самое. Мы можем год репетировать спектакль, можем 3 месяца, это не важно. Мы копаем, что-то нароем или еще не нароем, но тем не менее, все время это процесс погружения. А перед выходом на сцену надо обязательно, да, вот так вот сделать, чтобы все это забылось. И пойти вот здесь и сейчас, только вот с сегодняшним днем, с сегодняшним чувством, с сегодняшним ощущением. Но случится все правильно только в том случае, если был весь процесс до. Вот это погружение, вот это внедрение, вот это осознанная, серьезная, подробная работа. Потому что если ее не было, вот этот шаг на сцену случится, и ничего не будет, будет пшик. Но если до этого была серьезная работа, а потом ты ее легким движением смахиваешь, у тебя уже есть фундамент, у тебя есть основательность. Но, безусловно, конечно, это очень... Естественно, потому что всегда хочется видеть человека, а не персонажа. А если они вдруг сливаются воедино, и ты видишь артиста, и в то же время ты видишь действительно и дядю Ваню, и Соню, и Елену Андреевну, и Варвару, неважно. Вот это, и когда ты не можешь, когда это завораживает, наверное, это и есть то самое правильное соединение. Здравствуйте. Хочу повториться по этому вопросу, только чуть по-другому. Я тоже планирую поступать в этом году и хожу сейчас на курсы. И вот, знаете, нам говорят выбрать стихотворение, которое нравится нам. Ну, я, естественно, искала, выбрала. Вот то, что прям задевает, выучила, начинаю читать и говорят, что это не твой материал. Предлагают что-то другое, а я открываю, мне это не нравится, не задевает. И вот что делать, когда я приду на вступительный тур? Читать то, что меня задевает, то, что мне нравится? Или все-таки то, что советует преподаватель? Спасибо. Это нужно нам собраться и поговорить с вашим преподавателем. Вот. Потому что, ну, действительно трудно сказать. Потому что, может быть, преподаватель видит больше, чем видите вы. Он смотрит со стороны, у него есть опыт. Вот. Но если у вас душа лежит к какому-то стихотворению, или к какому-то тексту, или к какому-то танцу, вот лежит, не отказывайтесь от этого. Тем более, что на турах обычно есть варианты все-таки. Вот. Можно попросить, чтобы вам дали возможность прочесть еще что-то. Вот. Педагоги бывают и часто бывают очень хорошими, очень внимательными. Надо к ним прислушиваться, конечно. Мне кажется, больше не меньше. Лучше приготовить то, что самой хочется, и то, что сказал педагог. Потому что, возможно, просто хотят посмотреть в другом ракурсе. Потому что вы себе нравитесь в этом. Вам кажется, что у вас это очень хорошо получается, и вы в этом себя комфортно чувствуете. А иногда, очень часто, на мой взгляд, на поступлении как раз абитуриенты стараются выбить из зоны комфорта для того, чтобы посмотреть
их в разных проявлениях. Именно для этого, мне кажется, задают самые неожиданные задания, которые тебе, кажется, вообще никак не лежат. И надо пытаться, потому что это важно, чтобы вас увидели с самых разных сторон. Добрый вечер, у меня к вам такой вопрос. Скажите, вот многие артисты, ну кто-то приходит, допустим, многие же люди верующие у нас в стране, и кто-то приходит уже верующим, да, к профессии, а кто-то потом приобретает. И вот в религии, да, есть такое, что вот, ну, на сцене приходится и умирать, да, часто, и какие-то, ну, допустим, убийства даже совершать, и брать на себя вот какую-то часть вот этого персонажа. Как вот вы, допустим, относитесь, ну, я не знаю, как вы, допустим, да, к вере относитесь, но как-то приходится через что-то проходить, как-то, ну, ломать себя, не знаю, в таких ситуациях? Я, например, играю в московском «Тюзе» Катерину Львовну Измайлову, которая сначала убивает своего свекра, потом убивает своего мужа, а потом убивает своего племянника маленького. Я так люблю эту роль. Мне так нравится ее играть. Но все-таки, ну, мне кажется, надо делать огромную скидку на то, что это театр, на то, что это художественный вымысел, на то, что это произведение Лескова и так далее. Но, тем не менее, которое прекрасно говорит о нашей чудесной человеческой сущности и о ее самых разнообразных проявлениях. И об этом лучше рассказывать, чем это прятать и таить, а потом как бы это взрывается нарывом каким-то. Потому что всегда нарывы нужно обнаруживать и вскрывать их. А это делается и современной драматургией, это написано об этом огромное количество гениальных и российской, и русских произведений, и зарубежных. Я думаю, что бояться этого не нужно. Верующий человек, неверующий. Это театр, кино, вымысел, художественный взгляд. Поэтому, нет, конечно, ужас есть даже перед собственной героиней, да, и там трепет, но думать, что это как-то, может быть, либо безнравственно, либо как-то сильно, допустим, разрушит мою личную веру в Бога, нет. Это, мне кажется, не взаимосвязанные вещи. Можно быть гораздо большим грешником в жизни, не совершая каких-либо серьезных преступлений. Это серьезный вопрос, действительно. Но мне, как и Лизе, кажется, что если душа не допускает актерства, то не нужно ходить в эту профессию. Хотя среди актеров очень много верующих людей, и не только православных, но и другой веры. Вот. Мне-то кажется, что, скажем, Достоевский пишет роман «Бес». Он проживает за каждого персонажа, а у него замечательная коллекция подлецов, самоубийств, самоубийц и так далее и тому подобное. Верующий человек об этом пишет. И его взгляд верующего человека на то, что происходит в мире, очень интересен. Мы, играя бесы лет 20-25 лет, вот, мы поддерживаем Достоевскую, пытаемся рассказать миру с точки зрения Достоевского и нашей точки зрения, о безобразиях, о кошмаре этого мира, в том числе и с точки зрения божественной, в данном случае православной. В начале спектакля мы пели молитву Бортнянского, замечательно. А батюшка благословил нас и консультировал. Все это было, ну, в смысле церковном, официально. Вот. И творчески, и замечательно, на мой взгляд. Спасибо. Каким для вас был опыт работы с режиссером Тимофеем Кулявиным в том спектакле, который сейчас был номинирован на «Золотую маску»? Иванов. Мне было очень интересно, поскольку мне всегда интересно что-то новое, что-то необычное, что-то непривычное.
И опять же, если я уже говорила об этом, когда ты выходишь из зоны собственного комфорта, потому что, конечно, находясь в стенах родного театра, мне все, как бы, конечно, каждый раз сталкиваясь с новым произведением, много вопросов, много непонимания, но все равно это какая-то своя уже ниша, свое пространство, свои партнеры, своя атмосфера, свой воздух, который гораздо легче и быстрее постигается. Когда ты сталкиваешься с режиссером, который никогда не работал, с молодым режиссером, с партнерами, с которыми ты никогда не работала, и учитывая, что театр нации, там нет труппы, там все артисты из самых разнообразных школ, то тут ты сталкиваешься с огромным количеством препятствий. Но мне было очень интересно, потому что Тимофей, во-первых, очень одаренный, талантливый человек, всему прочему очень интеллигентный, тонко чувствующий. Но, например, мне было очень любопытно, что было для меня непривычно, скажем, что если мы начинаем с читки, там мы тоже начинали с читки в Мелехово, но так или иначе, когда я пришла на первую репетицию, я пришла уже, села в выгородку, там лежал полностью разложенный реквизит, и мы стали разрабатывать действия, то есть мы сначала обнаруживали, что мы делаем, как мы сидим, нет, давай пересядем сюда, ты сюда, а вот здесь зашел. То есть мы как бы отчасти начали от внешнего к внутреннему. Сказать, что потом как бы мы прошлись по вершкам и не ушли вглубь, нет, это неправда. Мы, конечно, очень много говорили о моем персонаже, о Шурочке, о взаимоотношениях с Ивановым, и как она росла в своей семье, много на этот счет сочиняли и так далее. То есть внутренняя работа тоже была проделана серьезная, большая. Но другое дело, что способ вот совсем другой. То есть мы все делали, начиная с, как бы, с этюдной ситуации, уже в существующих абсолютно определенных обстоятельствах, и каждое действие было зафиксировано и придумано режиссером. Вот это, например, было для меня неожиданно. И плюс, конечно, все равно, когда ты в кино ты сталкиваешься с самыми разными артистами из разных школ, из разных городов, неважно. В театре у меня реже такие возможности были. Вот Камерон еще у меня есть спектакль, теперь в Театре наций. И действительно, все очень разные школы, поэтому с каждым артистом интересно было найти свои точки соприкосновения. Это очень интересно. Это очень интересно, когда такой оркестр, состоящий из самых разных инструментов, и духовых, и скрипичных, и клавишных, и таких-сяких, то есть такое разнообразие. И когда вот такой набор, найти в этом единый мотив и пытаться его держать в течение всего спектакля. Это было очень интересно. Я искренне люблю этот спектакль, потому что он вот такой для меня, для меня каждый раз неожиданный, непривычный. И для меня какое-то такое тоже особая радость стоять с такими прекрасными партнерами на сцене, как Женя Миронов, там, Чулпан Хаматова, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин и все остальные. У нас большая дружная компания, и это действительно очень интересно и непривычно каждый раз. А это меня, наверное, привлекает эта неожиданность и спонтанность, которая каждый раз присутствует. И с Тимофеем было работать очень интересно. Быстро, насыщенно, понятно, организованно, без, как бы сказать, без права на ошибку, уверенно, 3 месяца, и спектакль состоялся. Да, это совсем другой способ работы, но это было очень любопытно. Спасибо. Добрый вечер. Во-первых, я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы нашли в себе силы, несмотря на тяжелый спектакль, выйти к нам и пообщаться. Мой вопрос будет сродни риторическому, но я все-таки хочу услышать хоть какой-то хотя бы намек на ответ. Скажите, может ли человек в сознательном возрасте прийти в актерскую профессию, не имея специального образования, и стать артистом? Или это все-таки самодеятельность? Спасибо. Такие случаи были. Это Вера Комиссаржевская, Соломон Михайлс. Вот. Их немного, наверное, этих случаев, но это бывает, когда человек чувствует в себе возможность и желание выйти на сцену. И у него есть внутри то, что он может высказать. То есть это, ну, личности. Великий. Вот.
То есть возможность есть. Вот как намек на ответ, мне кажется, такой. Я думаю, что это возможно, особенно когда человек явно одарен. В плане того, что я почему-то всегда очень четко разделяла талант и одаренность, ремесло и то, что, то чем себя как бы наделил Господь. Вот в отношении себя я, например, знаю, что я не было такого, что я с детства просто вот актриса, и мне это было мое призвание. Я это напильником долго выпиливала, то, что сейчас только начинает там наклевываться, это понимание профессии, ремесла. То есть я скорее ремесленник в большей степени, чем, как бы сказать, у меня какое-то вот озарение всегда приходит ко мне, когда я выхожу на сцену. Нет, я как бы это методичное выстраивание роли, любовь к ней, осознание ее, погружение и так далее, и так далее. А есть люди, наверное, которые вот всю жизнь понимают, что сцена для них это, ну, как призвание, что ли, если можно так сказать. Наверное, кто-то понимает это в 16 лет, а возможно и нет. В 16 лет вообще мы редко понимаем, чего мы хотим. И удачно, если зашел в нужный институт, это хорошо. А можно и позже гораздо, и поэтому, если тянет, то нужно пробовать. Но другое дело, нужно понимать, зачем ты идешь. Сейчас очень часто, к сожалению, но это больше, конечно, бич молодых людей, на мой взгляд, идут в актерскую профессию для того, чтобы для мишуры, потому что кажется, что это какой-то что успех, что это все так, что там, не знаю, съемки, журналы и так далее, вся эта красивая глянцевая фигня, которая на самом деле выеденного яйца не стоит. Вот если идешь за ремеслом и за профессией, тогда это может случиться с тобой в любом возрасте, если ты чувствуешь в этом потребность. Другое дело, что важно, чтобы рядом с тобой был человек, который тебе скажет правду, который не будет говорить: ой, да нет, хорошо, нет, мне кажется, плохо. Который тебе скажет честно: нет, не надо. Или скажет: попробуй дальше. Но, скорее всего, это должен быть хороший наставник или педагог. Спасибо. Раз, раз. Лиза, Сергей, здравствуйте. Меня зовут Михаил. Вы знаете, я заранее прошу прощения за бестактный вопрос. Дело в том, что я вот работаю на спортивном телевидении, знаете, в Красноярске. Мы снимаем спорт, культуру, симфонические оркестры, театральные постановки. И этот вопрос вот мы сейчас согласовывали с нашими ребятами, в том числе и трансляцию делаем. Вот мы наблюдаем за спортивными баталиями, например, за футболом. И иногда нам кажется, что футболисты, которые вот играют, да, падают, они ведут себя как артисты. Лиза, вы живете с человеком, который очень активно болеет за футбол, поэтому вопрос у меня такой. Как вам кажется, существует ли вот такие параллели между театром и спортом, ну, в данном случае футболом, раз уж такая актуальная тема, Козловский снялся в новом фильме про футбол, и чемпионат мира скоро будет, да? Вот и можно ли узреть актерство в футболистах? И если глобально, с каким бы театром, вы же говорите, что театры разные, команды разные, да, с каким бы театром вы бы сравнили сборную России по футболу? Ну, чуть-чуть я переведу этот вопрос. Так, знаете, есть актерство и есть актерство. То, что вы сказали, когда падают, это клоунский фокус и не самый лучший. Вот. Наверное, даже не футболисты знают и помнят, то есть не болельщики знают и помнят футболиста Зидана, да? Вот это удивительно, вот у этого футболиста можно учиться актерскому мастерству. Вот он никогда не тянул одеяло на себя. Он видел все поле, всю сцену, если говорить на нашем языке. Он видел каждого партнера. Он никогда не пытался забить мяч, если видел партнера в более выгодной позиции. Он удивительный мастер-профессионал, в смысле техники. Вот. Он, на мой взгляд, очень нравственный человек. Вот у него можно учиться актерскому мастерству, и в этом футбол, наверное, сродни. Или наоборот, театр сродни футболу. Вот.
Посмотрим, какая будет сборная России. Мы же еще не знаем. Сборная же это сборная, из каждого театра по одному артисту, поэтому это была бы сборная театров. Из каждого театра по одному артисту. Интересно, что бы получилось. Любопытно было бы в таком спектакле сыграть. А что касается, мне кажется, хороший футболист любит жизнь и любит свою профессию, он хорошо играет. И хороший артист любит жизнь, любит свою профессию и хорошо играет на сцене. Вот это то, что нас объединяет, и поэтому мы каждый просто пытаемся делать свою работу хорошо. А кто симулирует, это его личные проблемы, как говорится. Добрый вечер. Я не буду спрашивать, как поступить в театральный университет. Хочу спросить о простом и человеческом. Что вы любите на завтрак и какой ваш идеальный день? Спасибо. На гастролях ем, что дают. И обычно это бывают неплохие завтраки. А дома почти не ем, мне довольно легко себя чувствовать и хорошо себя чувствовать, не особенно перегружая желудок перед спектаклем или перед репетицией. Хотя я знаю, что для многих артистов очень важно поесть перед спектаклем. Это не разные школы, это разные организмы. Вот. И что вы сказали, как идеальный день? Идеальный день – это, конечно, хорошая репетиция, когда хоть что-то получается, а это бывает очень нечасто. Когда ты успеваешь подготовиться к спектаклю, когда ты выспался – это очень хорошо. Когда ничего плохого не случилось, и ты к спектаклю приходишь в хорошем настроении, в бодром настроении. И если еще после спектакля нет сильного дождя, и ты можешь погулять с собакой – это хороший день. Спасибо. На завтрак я ем то, что у меня лежит в холодильнике. Обычно выбор небольшой, поэтому как придется. А идеальный день, наверное, это день супер-сверхчеловека, когда можно, не знаю, железного человека, супермена, человека-паука, когда можно успеть все сделать. И ты чувствуешь себя действительно супергероем, потому что и с утра, в 7 утра и приготовила завтрак ребенку, отвела его в детский сад, и заплатила за квартиру, и забрала вещи из прачечной, и купила продукты, и приготовила обед, и успела помыть посуду, и еще куча-куча дел. А потом вечером спектакль, вышла на сцену, хорошо сыграла спектакль. И действительно вечером с ощущением продуктивного дня едешь домой, укладываешь ребенка, и потом еще... Погулять с собакой. У меня рыбки. Посмотреть на рыбок в аквариуме. Не забыть их покормить. Вот идеальный день. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Елизавета. Далее опять о мирском. Я хотела бы задать вопрос. Впервые ли вы в нашем городе? И получилось ли у вас составить хоть какое-то мнение о самом городе и о людях, которые в нем живут? Я не впервые в этом городе, а во второй раз. Лиза, а ты? Мы с Лизой были 3 года назад. И не только с Лизой, конечно. Мы играли 3 сестры здесь, в театре. И это было лето. Мы ездили и за город, а на родину Астафьева. И мне кажется, удачно прошли спектакли, на мой взгляд, во всяком случае. А потом у нас сейчас очень изменился. У нас идет этот спектакль «Три сестры», но он очень изменился и по смыслам, и по составу. И 3 года назад мне повезло. Я с Лизой играл, я Тузенбаха играл, а Лиза играла Ирину. Теперь, да? По-моему... Или... А может и нет? Очень давно было. Вот. Так что вот второй раз всего не увидеть, конечно, потому что все-таки есть репетиции, есть спектакли, есть определенные какие-то дела. Вот. Но это интересный город, и
и красивый, и со своими проблемами, и с проблемами очень серьезными, и с экологическими. В общем, это часть нашей страны. Ваш город, как и наш город, и так далее. Природа удивительная, и жалко, что она изменяется. Очень жалко. Вот. Нам тут было хорошо. Продолжает быть хорошо. Мы второй раз здесь, и мы действительно три года назад ездили, у нас была и обзорная, у нас была и овсянка, и бобровый лог, и в часовню мы заезжали. Ну, то есть мы много времени провели в экскурсионных порывах, назовем так. Правда, в прошлый раз нам больше повезло с погодой, потому что мы приезжали летом, насколько я помню, было прям жарко и хорошо. Вот. Ну и, конечно, безусловно, нельзя не сказать о чудесной публике, которая и в прошлый раз нас очень тепло принимала, и вчера, и на братьях и сестрах, и сегодня, судя по аплодисментам, которые я слышал по трансляции, принимали дядю Ваню. Поэтому я не знаю, как вы сами считаете, театральная у вас публика или не театральная, определенный круг людей ходит в театр или случайные люди, и заинтересованы ли были тем, что приезжают именно в театр Додина, или пришли, потому что посоветовали друзья, неважно. Та публика, к которой мы встретились, была очень благодарная, отзывчивая, внимательная. Это было как бы прекрасный взаимообмен энергии, и то, как зрители слушали, это дорогого стоит. Вот. И сам город мне тоже очень импонирует, нравится. Мы здесь, особенно когда уже второй раз приезжаешь, уже знаешь какие-то улицы, знаешь, тебе не нужно смотреть в карту. Ты как бы знаешь те маршруты, которые в прошлый раз были тебе симпатичны. И вдоль набережной мы много гуляли. Вот. И город очаровательный, конечно, тоже хотелось бы только пожелать, чтобы его развивали, сохраняли те крупицы исторических островков, которые есть в городе, чтобы это не разрушали, а поддерживали каким-то образом. Ну и, конечно, это я говорю не только про вас, это я говорю про всех нас. Следите каждый сам за собой, потому что то, как мы каждый обустраивает свою берлогу и свой участок, и свой подъезд, от этого будет зависеть все вокруг. Поэтому совершенно очевидно, когда есть очень красивые, очень прекрасные, новые, свежевыкрашенные, аккуратные скверы, садики, набережные, и когда есть какие-то места, которыми, очевидно, не занимаются. Но это так у всех. Но, тем не менее, вы, как бы сказать, центр России, вы всех нас объединяете с одной стороны и с другой. Как нам сегодня сказал экскурсовод, сейчас мы переезжаем на восточную часть России, Воронежскую, прям получается действительно ровно по центру. Поэтому на вас, с одной стороны, лежит большая ответственность, но с другой стороны, вы уже можете быть счастливы тем, что вы находитесь в середине, а значит, это какая-то очень серьезная и весомая единица для всех нас. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вопрос из области меч. Вот если бы вы выбирали себе репертуар, какой бы вы хотели сыграть, что еще не сыграно? Ну, я так понимаю, какую роль, да? У меня нет такой фикс-идеи, какой-то мечты, определенная роль, но хотелось бы, чтобы она была по возрасту, чтобы она была, это очень важно, чтобы она была скорее классической. Вот. И в те годы, которые я живу в театре, я, в общем, как-то полагался на мнение и на предложение режиссера, и до сих пор полагаюсь. И часто, не прочтя пьесу или роман, не видишь сразу той глубины в герое, которого тебе предлагает режиссер. А оказывается, что это удивительный человек. Нужно, если хороший режиссер, то нужно довериться режиссеру. Вот. И иногда попробовать что-то
очень-очень неожиданно для себя, как для человека, поступающего в вуз, так и для довольно серьезного возраста, серьезного возраста актера, очень важная неожиданность. Неизвестно, где что раскроется. Иногда раскрывается в ролях, в которых ты не ожидал, которые казались тебе не особенно важными и нужными. А вдруг что-то возникает, и ты можешь помочь зрителям обнаружить эти интересные вещи. Вот. Но, опять же говорю, определенно сыграть кого-то нет, сейчас нет. Я практически так же бы, честно говоря, ответила, потому что у меня тоже нет какой-то определенной идеи фикс. Можно любую роль, там, скажем, Офелию, мечтать сыграть, а потом получится такой спектакль, что лучше бы не играла. И наоборот, кажется, что какая-то очень сложная, непривычная, некомфортная роль, а потом вдруг обнаруживаешь не такие бездны. Я, например, тоже помню, Лев Аврамович давным-давно спросил меня, Лиза, не то, что вы кого хотели бы сыграть, а кто вам интереснее всего? Вы прочитали «Три сестры», я говорю, Маша, конечно, Маша. Говорит, а Ирина? Я говорю, Ирина, все понятно. И что-нибудь показалось ничего непонятно, потому что вообще не совпали мое видение на первое лобовое прочтение пьесы с тем, что мы обнаружили в конце на выходе, поэтому тут действительно важна трактовка режиссера. А для актрисы мне, конечно, я люблю, мне бы интересно было попробовать что-то, что я никогда не делала, какие-то яркие проявления какое-то. Мне интересно, как каждому из нас интересно обнаруживать в себе новые клавиши, новые возможности, новые ноты. И здорово, когда попадается материал, который этого позволяет. Вот. Добрый вечер. Я хотела бы задать такой вопрос. Я так понимаю, вы были на гастролях за границей, правильно? Там тоже играли. И вот у меня интересно, есть ли какая-то особенность, как там принимают наши спектакли, как зрители реагируют, и какой репертуар туда вот интересует тамошнего зрителя, или вот как-то выбирают, что вы туда выбираете, что привезти. Вот, спасибо. С конца 80-х годов театр ездит на гастроли за границу. И что-то, наверное, предлагают театру там на фестивале или по контракту, что-то предлагает художественный руководитель, но мы не подстраиваем свой репертуар для поездки за границу. То есть, если мы играем «Дядю Ваню», мы можем предложить от заграничного зрителя, а какой-то специальный спектакль для заграницы никогда не делали. Вот. Принимают, если спектакль сыгран с чувством и с мыслью, то принимают хорошо в любой стране. Есть какие-то отличия, там американцы более открыты, идут навстречу, любят засмеяться раньше времени там, и так далее. Это не значит, что они бездумно смотрят, просто другой характер. А, например, испанцы могут промолчать весь спектакль, а потом встать. А люди чувствуют, если спектакль о любви, о взаимоотношениях людей, проблемах исчезновения лесов, а не неразделенной любви, а жизни, которая не случилась, или тебе кажется, что не случилось. Я сейчас говорю о «Дяде Ване». Но если это прилично сыграно, то это будет понятно в любой стране. И в Азии, где мы играли Чехова, и в Европе, и в Америке. Мы играем с субтитрами, имеется в виду, что мы играем на русском языке, и наверху идут субтитры. И очень любопытно иногда бывает, когда, что называется, запоздалые реакции, потому что они
читают чуть позже, и действие идет дальше, а реакция только приходит к зрителям. И чем дальше спектакль идет, тем меньше это отставание, оно сокращается, потому что когда действительно спектакль хорошо идет, и когда мы друг к другу подключаемся, то, как сами зрители говорят, они постепенно перестают смотреть на субтитры, потому что они начинают понимать, о чем идет речь, и им совершенно не обязательно читать на английском, только если уточнить какие-то моменты. Вот, собственно, вот это оно чудо и происходит. Да, публика разная. Соглашусь с Сергеем, что американцы очень, например, непосредственно, японцы, полное ощущение, что абсолютный провал, потому что они, конечно, даже не дышат. А потом оказывается, что в конце они взрываются аплодисментами, такая культура, так положено. Вот, поэтому всегда очень интересно, всякая публика реагирует совершенно по-разному. И нам, естественно, интересно, очень интересно играть для самой-самой разной публики. Здравствуйте. Спасибо за такой формат встречи, он очень интересный. Хотелось бы узнать, вот, вы как актеры играете много разных ролей, и вы вот говорили тут до этого, что нужно показывать себя в роли, а насколько роли, которые вы играете, ну, как бы влияют на вас, как на человека, да, и как вы выходите вот из них в своей обычной жизни? Я уверен, что роли влияют на актера, если роли серьезно прослеживаются, особенно если долго играешь и так далее. Наверное, не впрямую, а как-то так по касательным, по каким-то и так далее. Я надеюсь, что не в плохую сторону, но влияет. Объяснить я это математически или там литературно не могу, я это чувствую. Вот. Выходить из роли. Ну, вот сегодня играли дядю Ваню. Вот я здесь. Все-таки я понимаю, что я не дядя Ваня, да. Вот. А кто-то пошел поужинать, кто-то погулять по городу. Завтра может быть другой спектакль. Лично мне, например, с годами становится труднее переключиться со спектакля на спектакль. Это есть. Тем более, что спектакли разных. У многих актеров, в том числе и у меня, много. Значит, заранее нужно прийти, приготовиться и так далее и тому подобное. Есть профессиональные привычки. И есть какие-то личные способы подготовки к роли. Вот. Ну, у меня такой страшные проблемы, кроме иногда физической серьезной усталости, отхода от роли после спектакля, я особенно не вижу, не наблюдаю на себе. Может быть, у кого-то это по-другому. Вот. А мне кажется, тут у всех очень индивидуально, вот буквально у каждого артиста, поскольку действительно есть артисты, которым нужно настраиваться на роль весь день, с утра. Я, например, вообще так не могу. То есть мне нужно вот здесь и сейчас, прямо вот с началом спектакля. За 10 минут до него я еще стараюсь думать о чем-то совершенно отвлеченном. Потому что я не донесу. Я буду нести в подоле, если я долго весь день буду нести, я все это броню и рассыплю, и ничего до сцены не донесу. Но это абсолютно моя только, вот моя индивидуальная особенность. Я, например, очень люблю поесть перед спектаклем. Если я не поем, я буду на сцене думать о том, что я хочу есть. И, ну, то есть, какие-то действительно у всех абсолютно по-разному работает этот организм. Кто-то должен быть голодный и весь день к этому идти, кто-то должен быть совершенно в своих обстраненных обстоятельствах, сильный, бодрый духом, сытый, выйти на сцену и выплеснуть все то, что нужно, и все то, что случается в сию секунду. Вот мне скорее более близок этот вариант. А что касается, как обратно, вот, влияет ли друг на друга, мне на жизнь, вот, что касается меня, нет, потому что столько много забот, помимо театра, человеческих, житейских, как мы сегодня говорили про некоторые вопросы, общечеловеческих, квартирных, материнских и прочее, что вот выходишь со сцены,
одеваешь гражданскую одежду и вперед, как говорится, по своим делам. Другое дело, что, конечно, часто там засыпая или что-то, возвращаешься к сыгранному, как сегодня прошел спектакль, или думаешь о репетициях, или отводишь время для того, чтобы как бы подготовиться к репетиции. Но это определенное время. А так мне, хотя я знаю... Дядя Вань понравился. Вот. Мы с ним знакомы, немножко поговорили. Это очень серьезная, очень продуманная и чувственная работа. Даже не хочу сказать работа, но роль. Вот. Но мы об этом как-то редко говорим. И редко бывает совпадение. Хотя я понимаю, что там дядя Ваня и Астрова играют с начала 20 века. И много кто играл. Времени мало, то же самое скажу. Мало времени хватает катастрофически, особенно на гастролях. Мы же приезжаем в репетиции, спектакли, уезжаем. Но иногда, когда случается, особенно если там, скажем, в Нью-Йорк пойти на какой-нибудь бродвейский мюзикл или в Лондоне на спектакль с участием известных артистов, которых мы только с экранов наблюдаем, это, конечно, большое счастье. Я, например, очень люблю ходить на спектакли тех же пьес, в которых я участвую, потому что всегда сама-то обнаруживаешь каждый спектакль что-то новое внутри собственного спектакля, который ты уже тысячу раз играл. А когда еще вдруг что-то совсем новый взгляд, другими артистами, по-другому, другие смыслы, другие ударения, другая форма и все другое, мне кажется, это как раз очень освежает взгляд, поэтому я очень люблю смотреть самые-самые разнообразные спектакли разных режиссеров, но когда речь идет об одних и тех же пьесах. Спасибо. Добрый вечер. Вопрос о везении в профессии вашей. Вот Сергей Гармаш здесь на творческой встрече в Красноярске сказал такую вещь, что актерская профессия – это лотерея в том смысле, что многим талантливым, ну, существуют многие талантливые актеры, которым не повезло. Сам он скромно заявил, что ему повезло с его профессией. Вот как вы считаете, согласны вы с такой постановкой? Ну вот, и что можете сказать о везении вашей профессии? Спасибо. Я думаю, что, безусловно, какой-то процент везения есть, но на самом деле не такой большой. Вот я чем больше все время убеждаюсь в том, и себя укрепляю в этом убеждении, что, на мой взгляд, профессия – это характер. Вот каков ты, каковы твои амбиции, требования, не просто амбиции, а требования к самому себе – так, как будет складываться твоя жизнь. И мне кажется, не только, это даже речь не только об актерской профессии, а любой профессии. То все определяет характер. И есть то, что дано одному, и кто может взметнуться до звезд, и делать все одновременно, и быть суперуспешным, и у другого человека, у которого вроде бы безумно этого хочется, но у него просто нет на это воли, силы, опять же, характера. Поэтому, на мой взгляд, ну, как бы три составляющих, но в совершенно разном процентном качестве удача и везение, ремесло и характер. Характер, на мой взгляд, процентов 60 снимает в этой истории. Конечно, везение какое-то случай. Я не говорю, там должно быть и так далее, но оно есть, потому что... Там, скажем, у меня был знакомый актер, который, ну, не насильно, но настойчиво заставлял меня пойти поступать в театральный. Я уже был достаточно взрослым человеком. И именно ко Льву Додину. Везение, когда там из многих тысяч ты проходишь консультацию. Это везение, потому что разглядеть среди 5000 талант, не талант – трудно. Вот. Везение, что хватило терпения там, закончить первый курс, который, там, скажем, для меня был неожиданный. У меня была другая жизнь, я не понимал, что такое там репетиции до половины второго, а потом мальчики проводите девочек, и завтра утром на лекции в 9 часов. Вот.
Ну вот Лиза верно говорит, что ну а дальше-то нужно что-то делать самому. Вот у тебя хороший педагог, хороший режиссер и так далее. Но если ты сам ничего не делаешь, ну и ничего, и ничего не получится. И зрители поймут, что ничего, и партнеры поймут, что ничего, и режиссер тоже. Может быть, быстрее всех поймет. Спасибо. Дорогие друзья, так как близится полный, чтобы не было эффекта Золушки, мы все не превратились в тыквы, давайте последние два вопроса, и мы друг друга поблагодарим. Еще раз добрый вечер. Сергей, вы сегодня хорошо сказали. Текст одинаковый, преподнести роль можно по-разному. Я вас хочу поблагодарить за сегодняшнего дядю Ваню. Спасибо огромное. Но и вопрос такой личный. Я понимаю, что и хобби, и жизнь – это ваш театр. Но есть ли у вас хобби? И часто ли вы себе позволяете? Кроме собачек, рыбок. Спасибо. Собачки – это очень серьезное хобби, я вам скажу. Удивительно. Да. Я всегда мечтал о том, чтобы в сутках было не 24 часа, а хотя бы 37 или что-нибудь такое, потому что очень много желаний. И фортепиано, и французский, и гитара, и конный спорт, и просто спорт, и танцы. Но это все, сколько лет я об этом думаю, столько лет это остается планами. Но вот сейчас я занимаюсь английским активно и хожу на танцы. Вот, собственно, это то, на что мне хватает моего свободного времени, то, что мне нравится, и то, что мне интересно. И слушаю в свободное время, могу слушать в машине, могу слушать в такси, в дороге, какие-то интересные лекции на порталах, неважно, какие там, научные или литературные, но какие-то любопытные. Это то, что как бы вот мне интересно. А на остальное желаний очень много. Так много, что все кажется, что ну вот только надо начать, но на самом деле... И начать надо, но у нас, конечно, очень-очень мало времени. И все, не успеть. Добрый вечер. Я бы... Волнуюсь. Вы знаете, я хотела бы задать такой вопрос. Вот сейчас такие разные постановки, да, спектаклей. Я человек уже, так сказать, ну, за 50. И очень часто, приходя на спектакль, получаешь разочарование, потому что режиссеры пытаются какими-то новыми инновационными какими-то методами, пытаются, я не знаю, чего-то вообще, я как говорю, выпрыгнуть из чего-то. И очень часто я ухожу со спектакля совершенно вот без эмоций, не поняв ничего. Сначала я думала, что это, ну, наверное, я с высоты своего возраста уже чего-то недопонимаю. Стала расстраиваться. Но когда начинаю... А часть людей восхищается. Ну, я, наверное, понимаю, что они действительно, может быть, и могут восхищаться этим. Но мне кажется, до того сложные какие-то вот эти вот... выражения, да, вот каких-то вот, этих вот спектаклей. Я не знаю, как вы относитесь вот к этим сложным различным постановкам, которые, мне кажется, непонятны огромному количеству людей. Я, конечно, понимаю, что другая, может быть, половина, она имеет право на такие постановки. А как вот нам? Или нам надо что-то, какой-то материал почитать, прежде чем идти на этот спектакль? Может быть, чего-то действительно вот выяснить, почему так, что и как? Вот для меня это очень важно сейчас на моем жизненном этапе. За сегодняшний спектакль огромное спасибо, потому что получила огромное удовольствие. Это действительно какая-то, вот действительно классика. Были эмоции, были мысли. И я ухожу с этого спектакля с мыслями, да, потому что очень многое после этого спектакля я хочу пересмотреть в своей жизни. Вот с таким чувством сегодня ухожу. Вот как к таким инновационным постановкам относитесь вы сейчас? Спасибо. Спасибо.
Я не против никаких новых форм в театре, никаких фантастических пространств и так далее. Если есть на сцене чувства и мысль, то они будут понятны в любом пространстве, в любом изложении режиссером какой-то истории. Я тоже многого чего не понимаю. Мне кажется, дело не в возрасте, а в личных вкусах, в образовании. Как и я не понимаю какого-то вида изобразительного искусства, так, наверное, и в театре я могу чего-то не понимать. Вот. Другое дело, что часто так называемые новые формы, чаще всего, оказываются хорошо забытыми старыми формами, которые были новыми там, в 30-х годах прошлого века или в конце 19 века, и плохо воспринятыми формами. И тем не менее, все-таки надо понимать, что может быть какое-то театральное искусство, которое я не понимаю, а кто-то другой понимает и восторгается, и слава Богу. Конечно, лучше перед тем, как пойти в театр, хоть чуть-чуть узнать о режиссере и о том, что происходит. Немножечко. Но это интересные вещи. И даже если я не понял, это не значит, что нужно сразу все отвергать. Совсем не обязательно. А может быть, это будущий театр, кто знает. Спасибо. Спасибо огромное. На самом деле, очень интересный вопрос, потому что он, мне кажется, очень животрепещущий. И сейчас это очень многих волнует, потому что одни хотят чего-то нового, чего-то неожиданного, а другие хотят смотреть спектакли, которые будут понятны. И ребенок, приводя ребенка, скажем, на там, опять же, «Дядю Ваню» или какой-то другой спектакль, они хотят, чтобы ребенок посмотрел «Дядю Ваню», а не какого-то что-то вот такое эдакое, что потом ребенок, отвечая в школе, про что там пьеса то-то, скажет такое, что учителю волосы дыбом станут. Это понятно. Понятно, что это волнует всех. Но так или иначе, действительно, театр — это площадка свободная. Это площадка для высказывания художника, режиссера. Поэтому спектакль может быть самым разнообразным. Действительно, справедливо нужно понимать хотя бы немного про режиссера, может ли быть приемлема для вас эта эстетика или нет. Но в любом случае, вот для меня, самой как для зрителя, я за суть. Мне совершенно безразлична форма. Иногда бывает форма ради формы, ради эпатажа, ради, как бы сказать, авангарда, ради чего-то, ради шока, чтобы зрителя вергнуть в состояние некомфорта и агрессии, специально даже это намеренно делать такие. Вот это, мне кажется, бессмысленно и пусто. Но если это как бы заставляет задуматься, если у тебя в этот момент какие-то происходят колоссальные процессы, вот, например, я из последних из таких сложных, действительно суперсложных и очень неоднозначных спектаклей в плане реакции публики смотрела как раз спектакль Кирилла Семеновича Серебренникова «Машина Мюллер» в Гоголь-центре. Мне очень понравился спектакль, хотя я знаю, что публика очень по-разному на него реагировала, там очень такая смелая форма в нем. Но он настолько, у меня так шестеренки крутились в голове, потому что тексты сами по себе, они настолько сложные. Я понимаю, что я еще раз хочу посмотреть спектакль, потому что я хочу его понять. На мой взгляд, важно, театр — это не развлекательное искусство. Театр должен заставлять человека думать. Чтобы он думал, чтобы он был в процессе, а чтобы он не сидел и его как бы развлекали. Для этого, наверное, есть какие-то другие способы. Театр — это другой совершенно институт. И в идеале, конечно, когда соединяется, когда человек и чувствует, и думает, потому что только пища для мозга — это тоже тяжело, хотя и этого, поверьте, иногда достаточно. Ну а если это соединяется с чувством, то это, наверное, какой-то абсолют, к которому мы, например, стараемся стремиться, чтобы была пища и для размышлений у зрителей, как вы сказали сегодня, ваше впечатление после спектакля «Дядя Ваня», то есть вам есть о чем подумать, и когда вы успели что-то почувствовать. Наверное, это тот абсолют, к которому следует стремиться. И действительно, будут возникать еще разные формы, и на голове будут стоять, и без света будут играть, и шпаги глотать, все что угодно. Будут разные способы, но мне кажется, к сути все равно все будут приходить к одной, потому что это то, что понятно нам всем. Чувство и
размышление, то, что у нас, в чем у нас есть потребность. Поэтому какие бы разные формы ни возникали в связи с временем, в связи с обстоятельствами страны, государства, личными, театральными и так далее, все равно мы все будем приходить рано или поздно к какой-то настоящей сыромяжной правде, которая будет своя личная, в каждом спектакле, у каждого режиссера своя, но которая должна быть понятна зрителю. Зритель должен ее чувствовать, принимать и размышлять в связи с этой правдой. Вот, на мой взгляд, как бы это то, к чему нужно стремиться. А существовать может самые разнообразные формы. И каждый режиссер может чувствовать по-своему, он имеет на это полное право. Это его предназначение — быть художником, проводником и высказывать свои мысли таким образом, как ему считает это нужным. Спасибо. Лучше мы уже сегодня не скажем. Спасибо огромное. Спасибо большое.